Привет, мои любимые. Доброе, прекрасное тихоморское утро. Времени 9:30. Я иду. В общем, у меня вырубился ни с того ни с сего телефон. Желтый. Мой новый. Вообще просто вырубился. Он был 100% загружен. И весь очищен от старых видосов. Я не знаю, короче, что с ним. Он просто отключился, не включается. Я его в розетку и, короче, нажимаю там все кнопочки. Не знаю, надо ехать ремонтировать. Короче, жесть. Идем. Я снимаю сейчас на тот, который должна была Маринке подарить. Вот, который отремонтировала. Снимаю на другой, короче. На свой старый. Redmi 7. Вот. Сейчас даже покажу в зеркало. На какую снимаю. Ну давай, Люся, показывай. Вот на такой, видите? На этот снимаю, на старый. А на тот... Никак, потому что он не включился. Сейчас поеду. Мне скажут, что с ним. Может, там что-то перегорело. Еще что. А, Маринке не передала, потому что она купила билеты из Сочи. Едет в Питер, а потом в Финляндию, потом в Италию, потом в Ирландию и так далее. И она не смогла, короче, приехать. И купила себе новый телефон. Вот так вот. Значит, не судьба. Такой ветерок классный. Вот так вот. Пришла. Еду. Мне надо отремонтировать тот телефон. Желтый. И надо потом ехать по работе. Короче, куча дел. О, дружбан моей хоры. Видите? Тут дрыхнет. Всю ночь гавкает. А сейчас у него сон. Дневной сон. Попутал режим, как я раньше в Петербурге. На улице так классно вообще. Юлька ходила в 4 утра гулять с хорой туда. На реку. Говорит, такая прохлада. Идет от гор, от реки, так кайфово. И сейчас вот около 9 уже. Ну так, терпимо. 25-27 минимум. Довольно-таки жарко. Не знаю, как звук на этот телефон. Просто захотелось с вами с утреца поздороваться. Пожелать вам волшебного дня. Прекрасного настроения. Любви. Радости. Благополучия. Конечно, благодарности. Без нее никуда. Уже там два облака, только что одно было. И кукушечка кричит. Ладно, сижу, жду автобус.
приехал. Что второй прикол в Питере? 102-й. И тут. Здрасте. Мне сюда через 2 остановки. 10 рублей выписал. Не знаю, хватает посчитать? Нет. 6, 7, 8, 9. Есть такой? Нет, такой. Спасибо. 10 рублей. Расписание ваш рейс уже отменили. Ну вот 9.15 или 9.20 будет, да? Ну, будет в это время, да? Потому что там отменили, написали. А там написано 8.40 и 10 следующий. Вот. И что, люди же не будут на этот рейс идти. Вы как-то сообщите им, что ж такое, и мы на работу опоздаем. Вышел водитель. Ну, там расписание читают. Задуматься. Поехали. Соснах. Красота.
такие сосны. Красота. Приехали. Приехали. Я тапочки вчера так и не купила. Мне срочно нужно купить тапочки, потому что они у меня в любой момент могут разорваться. И я буду ходить босиком. У меня есть мыльницы, которые Юлька мне подарила, которые я еще ни разу не надевала. Но как тут пахнет деревьями. Запах детства, правда. Вот, но я их еще не одевала ни разу. Мне в них неудобно. Хочу купить тапочки. Хочу сделать телефон. Все хочу. Все хочу. Все хочу на свете знать. А, это мы уже подошли к магниту, который посередине между нашим и тот, тем, который внизу. О, вот не, не с такими. Суп мы варили с другими. Забыла. Называется. Тут такие запахи. Тут мы воду набирали. А сейчас набираем там вверху. Мне вчера, кстати, звонила хозяйка моя. Бывшая. Которая из отеля. Я сегодня утром ей позвонила. Я не видела. Потом посмотрела, у меня несколько неотвеченных. Я, короче, позвонила ей, говорю, доброе утро. Вы мне звонили? Она говорит, нет, я не звонила. Я говорю, странно, от вас три или четыре неотвеченных. Она говорит, не знаю. Вот так вот. Может, у нее телефон просто сам мне звонит. Может что такое быть? Да. Да. Ой, эта тетечка сидит. Я с ней разговаривала в тот раз. Здоровалась с ней. Здрасте! Спрашивала у нее про жилье. Она мне рассказывала про своего сыночка. Что он уехал, а она одна. Тут живет. Сколько там бабочек летает? Там еще, в общем, целая куча бабочек, цветочков, все так красиво, ухожено, чистенько. Но правда, эти бордюры по ребрике уже какие-то старые, или их так и делали, так было задумано. Но вот эти получше. Ту-ру-рум. Не знаю, может быть, я рано еще иду, и там это закрыто. Не знаю. О, тапочки какие у меня прикольные. Мне надо такие купить. Петушки. 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 Красотища. Красотища. Там фруктики продают. Сейчас посмотрим с вами. О, какая машинка. Я бы на такой каталась. Бы. Аудиогид. Давайте посмотрим, что сколько стоит. Тут, наверное, кукурузу продают. Здрасте. Яблочки. Яблочки, грушки хорошие. Лимон, виноград прошлогодний. Этого еще нет. Клубничка пахнет вкусно. И сливы
и абрикосы пахнут красиво. Но все какое-то, не знаю почему, непрезентабельное такое, как сказать, подгулявшее. Пахнет, знаете, чем? Углями. Кто-то как будто костер где-то жжет. Это вы про таблетки. Да. Там идет от блока, от клещей, там идет на 3 месяца защита. Капли они на 3 недели. Вот так вот. Кому надо таблетки от клещей и от блох? Ой, это что за такое? Не знаю. Не знаю. Думала, черемуха. Может, это и есть черемуха? Уже наснимала кучу, еще даже не дошла до этого ремонтника часов. Ой, телефонов. Может, у них тут есть тапочки? Может, нету. А, это хозяйственный. Прикольный. Столько всего, а я искала хозяйственный. Не знаю, не вижу. А вон вижу. Может, мне такие тапочки взять какие-нибудь обычные? Обычные? Необычные. 600 рублей. Не знаю, по-моему, прикольные. Он с сеточкой. В них должно быть не жарко. Тоже 600. Какой размер? 40-й. А мне надо 41-й. Давайте посмотрим. Прикольный. Прикольный. А такие почему, интересно? 750. Ну да ладно. Классно. Ира начала искать. Смотрите, какие есть с ситочками. Вот эти вроде прикольные. Сейчас померю, скажу, какие лучше на ноге. О, эти вообще удобно. Класс. Наверное, такие возьму. Интересно, почему сандали? Сандали 200. 200 у меня точно нету. Ничего, классно. И так нога дышит. Как вы думаете, похоже даже на мои чем-то. Вот эти резиновые не хочу, а эти какие-то вроде как получше. Не знаю, повылазят они моментально или нет. Мои какие внизу. Вот это 100 рублей, а это 150, да? Или все по 100? Не знаю. Такие взять. Они такие мягенькие внутри. Или взять вот такие обычные, чтобы они не рвались. Не это самое. Не знаю. Что-то я растерялась. Да. А, у вас вообще нету ткани уже, да, я смотрю? Ой! Такие прикольные. Я не знаю, вот эти мне так. Они какие-то вроде не презентабельные, но очень удобно ноге. Вот. И вот эти тоже так себе понравились. В них, наверное, жарко будет.
по-моему, для моря классные. В воду можно ходить, а эти, по-моему, быстро расфигачатся. Взять такие. Какой-то 40-й. Палец вылазит, 41-й надо. Тоже 40-й. Тоже 40-й. Почему 41-го нету? 41-й нашла. Все беру эти. Хотя я хотела такие сиреневенькие. Сейчас спрошу. Здрасте. Скажите, а такой 41-й есть? Нет, вот нет. А, только что те, есть, что да. Там есть. Mm-hmm. И тогда вот такие. Да, продолжайте. Вы найдите хотите? Давайте отрежу тут. Не, я возьму просто. А сиреневых этих точно нет, да? Да, нет, тоже. Там по-другому размерный ряд. Это они неудобные, у тебя вроде другие были. Да? Ну давайте к этой, да. Ну, такие просто. Есть второй? Да. Какой-то он тут кривой, непонятно почему. Может, в коробке как-то он скривился. Не растягивайте. Форму ноги все равно. Да, эти удобные. Или я вредно.